И всем привет, здесь снова вы, снова я. Я решил, пока у меня есть время, да пройти наконец-таки Метроида. Всего на 24% игра пройдена, я так понимаю. 6 часов игры. Не учитывая сливы и смерти. А вы... Are you fucking serious, guys? А, ну да, японская раскладка. Как не привыкну их на ноликс. Так, где мы прошлый раз закончили? А. Вчера вечером решил Bloodstained поиграть. А. Наш любимый Габен из Portal Driver. Для джойстика. DualShock на Steam. Теперь на нем не работает Select. Беда, конечно, небольшая, но карту будут стоять не открыть. Ай. И вообще, куда хоть иду-то, блин? Так, мест здесь было до хрена, по-моему, не открытых у нас. Тут Метроид был. А, да. Пойдемте тогда вниз и, наверное, вправо. А, понял. Ненавижу он зеленых больше всех. Чё там дальше? Какой-то водолазный костюм будет, потому что у меня... Две локации подводных пройти. Не две локации. Две нычки-то. Пам. Пам-пам, как говорит Некрос. Ай, нет, нельзя стоять тут. И здесь тоже лучше не стоять. Эй, товарищ. Да, и вот тут вода. Какой-то должно быть. Я не понял. Ладно, ракет. Успею? А, не успею. Так как нам сделать? Пам-пам. Тоже беспонтово. Я так ракета тут закончится просто нафиг. Нет, она не допрыгнется. Или меня просто убьют. Интересно, интересно. Может быть, здесь тоже какой-нибудь скилл нужен, который позволяет плавать.
Да. Так, а тут нету больше ничего. Пип-пип-пип-пип. Жизни мне давайте, жизни. Телепорт. По-моему, я здесь был уже. Был-то был, да. Хватит. Давайте сохранимся. Save your game. Спасти свою игру, говорит. Спасите мою игру. Да сдох, я не хочу много энергии на тебя тратить. Йоу. У нас тут его. Так. С такими жизнями идти убивать. Троида я не хочу. Троида все ближе. Выпустите меня. Чё, предыдущую комнату облазить начал. И тут тоже. Он сейчас будет бегать в эти, между этими комнатами. Это мне очень не нравится в них. Так. Давайте сразимся. Что уж нам остается. Понятно, он еще не здесь. Будет навешивать люлей. Ох ты, блядь. Ад. Хрен тебе лысого. Давай, давай, я знаю, что ты сейчас делаешь. Все просто. Ах ты, блядь. 4-5 уже раз атакует. Я не знаю, либо это рандом какой-то. Оба. Успел. Еще раз. Ладно, будем знать.
Они перед Метроидом сохраняют. Главное, ни из одного, хоть чуть-чуть бы жизни не выпало. Нет. Стэн тебе, да? Хоть все ракеты потрачусь. Супер Метроиде был это босс, можно было убить только ракетами, там из него они все время дропались, да? Не успел. Ну все, и он убежал. Тоже какая-то идея не очень гоняться за ними. Интересно, тут их еще оказывается 3 даже комнаты. Вообще класс. Чё, неплохая идея. Оу, я думал, сейчас прыгнет на меня. Не понял. Ты направо ушел, что ли?
Есть. Снайперским выстрелом. Так. Куда их надо унести? Да. Далековато. Так, где у нас ближайший телепорт? Тут, прямо над головой, крутится, вертится. Да блин, задолбали вы. Есть тут где-нибудь рядом, интересно? Даже? Ближе нету. Поближе чуть-чуть есть. Совсем близко. Воу, надо так делать. Да. Смотрим заставки. Забыл про них. Совсем. Так, это кислотная зараза или... Я не помню, что это. А если я сейчас включу? Нет. Не работает у нас замораживающий лазер. Нет. Yeah.
Так, давайте просканируем, смотрим. Я их не убью. Хотя почему нет? Отсюда их вытащить. Могу. Насрут и убегу. Что за место это такое? Иди-то. Да и в чем прикол? Бы эта хрень туда не провалилась. Ага. Там лифт. Да что-то, что у меня за рыбы хватает. Да, тут лифт. Такого не встречал еще. Нифига себе, шустрые заразы какие. Мы будем делать так. Нам абсолютно наплевать. И нафиг.
Миссайл там как Юра. А кто сомневался, что ли? Бум. Сейчас вы видите экранизацию сказки «Колобок». Ага, понятно. Слева там внизу. Ему пофигу абсолютно. Что это за хрень? Пойдем. Труденная дата required to unlock this. No Metroid DNA is detected. Один. Нам нужно убить тут одного всего лишь метроида. Ненавижу этих тварей. Да мне этого пулемета не было, как был геморно убивать. Так, окей. Дальше. Предусмотрительно, вежливо с вашей стороны. Так. Nope. Оттуда надо проходить. Она просто проламывается. Красных мы не любим, мы тут таких. Они нас убивали. Западло такое подставляли частенько. Рано, ни одного секрета. А, и жизни я все собрал. А, это оружие. И оружие нам особо не нужно. То есть в предыдущей локации попадать надо, что ли? Понятно. Пойдемте попробуем.
никуда не торопимся. У нас пройдено всего лишь четверть игры. За 6 часов. Я раньше пытался как-то вот это все делать более осмысленно, и ни черта не получалось. Так как и сейчас. Опа. Для чего все это мучение? Я не... А, тут еще и глаза, которые я не знаю, как открывать. Мне кажется, здесь надо тройной выстрел, который... при стороны стреляет. Я один успеваю глаз закрыть. Ятненько. Так. Что нам лучше пройти? Вверх или вниз? Что за кера? Раська-то внизу. Еб твою мать. Обалдеть, что он сделал? Включил все мои спецоружия дополнительно. Мне не надо. Метроида этого найти. Какого хрена? Просто убивать? А? А, ёпта. Всё, да, испинали меня всего. Да чтоб тебя. Ладно, вас что там дальше? Оп, так. Попрыгнуть не сможем. Ракетой. А, да. А как нам их ракетой сбить? Где-то повиснуть.
если так сделать. Пам. То есть, наверное, так стрельнуть-то не смогу. Блин. Так. Понимаю, там, скорее всего, 3-3 ракеты еще, блин. Черт. Как это в хренатень взять. Какого черта? Я что-то не понял, я что от бомб своих отталкивался? Наверное, выход. Ой. О, это. Краб какой-то. Спайзер Би Макьюри. Да, я угадаю, это тот трехсторонний. Да. Пью, пью. Пяу-пяу-пяу-пяу-пяу. А как он будет так выглядеть? Подряди меня. Нифига себе, я крыл теперь. Чё, теперь мы можем пройти все эти двери, да. Можно
можно даже не целиться. Ракет почему-то одинарно стреляет. Чё, бросить что ли, хрена тень? Чё получается? Надо назад терять. Проходить все эти комнаты, где... Да, блин. А, нет, не назад здесь. Вот здесь мы еще не были. Порт. Да нет, тут мы были. Нет уж нафиг. Кстати, буквально далеко комната-то. Углом. Самого низу там. Для чего вот эти были сделаны? Я все равно не понимаю, как проходить. Всего лишь оттягивает время. Просто их дамажит сразу троих. Почему предыдущий не мог дамажить сначала одного, потом другого? Save complete. Так, что у нас тут? У нас тут вооружение было. Нужно. Что вот это за дерьмо, я до сих пор не знаю. Там начало игры попадаются. Так, там что было? Как паду прям. А, все красное, все красное. Стоп. А. Ага. Я тоже помню, хороший.
Да без проблем. Так, а я не понял. Где-то Метроид же здесь индикатор мне показывал. Угу. Издевается. Сидишь, мотаешься, как мешок, блин. Ой, летите сюда, что там исчезли? На, блин, конечно, конечно, почему бы нет? На них можно так неплохо жизни фармить, этих выпрыгивающих. Всё, нет тут в округе, да? Что это за вши такие? Да, блин. Ничего абсолютно нет вокруг. Так. Вроде-ка. Здесь, наверное, да? Да. Чё, давай. Давай подумаешь-то. Самый простой. Мы еще маленького здесь запихали. Ну куда ты бежал? Серьезно? А, все, убежал. Вот тварь.
Будем теперь за ним гоняться. Что нам остается делать? Не понял. А, дверь. Да опять, блин, ракеты. Как я их должен брать? Блин. Да сколько ж можно? Повисни просто. Так. Я думаю, теперь могу где-нибудь рядом попасть. Нет, не могу. Танк. Сколько ж ракет будет под конец? Штук 300? Ну кто тут? Момент. Ну-ка, дайте мне жизни немножко. Спасибо. Тун-тун-тун. Чё там внизу ты? Не видно нифига. Чё-то как низко летает. Эй. Чё? Серьезно? Да нет, ну вы чё, издеваетесь что? И надо была эта идея сделана. Попал не тут, не тут, не тут. А. Еще локация есть. Как в нее пройти? Да ёп. А. Так вот, да. Я должен каждый угол сканировать здесь, что ли? Ну, хоть он меня врасплох заставит, да? Типа сейчас я за спиной не вылезу. Да блин! Нет. Да! Я с тебя грохну, не переживай. Осталось до ссылка уже. Давай, беги отсюда. Не побежишь.
блядь, по земле ударит. Опять не успел. Я не хочу за ним бегать заново по всем этим локациям. ХП из него вылетело, просто там завались. Да я уж понял. Кого-то там убил. По-моему, патроны. Так, а мы сверху с ним бы не были. Над этим местом. А вот тут. Больно просто. А, понятно. Я знаю, как это место проходить. Так. Ок. Вообще пофигу. Интересно, интересно. По идее, я в этой локации закончил. Угу. Понятно. Делаем вид, что мы мячик. Save complete.
когда этой хрень еще бежать, черти сколько тут, как не напрямую, нифига. А нет, вот она, что-то я попутал. Ну ладно. Я так не понимаю, это хрена теми жизнь восстанавливаю, что все? А, точно, блин, я что-то тут, я, блин, дохлый прибежал. В прошлый раз, смотрю, у меня вся жизнь. Ну, намного уже проще стало. Что я попадаю? У меня план улучшения. Нифига себе тут стены. Гипсокартон, наверное. А-а-а. Зеленая ракета. Где-то еще далеко в начале была зеленая ракета. Эй, фига, нифига. Тын-тын-тын. Три штуки всего. Ну, Metroid DNA. Так тут. Плохо. Вот такое. Energy Tank. Нужен. Интересно. Ну да. Еще сотенка хп. Говорит, лезь обратно, где тебе сайт. Как я не понял. Давай, Рич, давай, ничего не будем. Просто вернулись назад. Да блин.
здесь назад не выберемся, да. Понятно теперь, для чего это надо было. Эй, давай быстрее. И это хрена тебя не респанулось, блин. Так, а налево-то? Она налево зеленая. Рано помогает. Юзаем элеватор. Здесь там хоть конца какая-нибудь заставка будет. Как правило, сюжета в этих играх нет. Уровень ступеньками. Ну-ка, заряд как пролетит. Ну да. Не шибко отличается. Что это за звуки? Пойдем. Как они посмели? Вы меня заспамили с хранениями, ребят. То бегаешь, не знаю, где сохраниться, чтобы выключить, а тут... Так, нет, стоп, мы сейчас сначала сохранимся. Там в одну сторону путь. Да что вас... Может, там среди обломков поискать Самус, может, там где-нибудь валяется карик. Так. Да что ты. А-а-а! Зря только возвращался. This door opened elsewhere. Погнали. Бам. Чё за... А, это та хренотень. Ёпта. Бежим. А, ёпта. Только этого не хватало. Ага. А, это нам потом. Опа. А он сбурил эту хренотень. И все, хана, ну. Хотя, да. Continue, конечно. Ну попробуйте эти хренотень расстреливать, они, может, да, конечно, чё же. Это уже нет.
Блин, я ненавижу эту хрень. Почему она не может в щели влазить просто? Ну да, да, да. Ладно, не так сложно, как выглядит. Ладно, вначале оторваться. Блин. А, хрен ты. Можно даже не раскладываться. Все, и назад меня что, не пустят все это барахло там подобрать. 2. Ага. Это раз быстрее. Ай. А я там эску-то не взял, да? Или мне потом дадут? Убей меня, убей. Игра как-то темп меняет. Из такого монотонного, разборчивого этого, где надо аккуратно ползать, смотреть, куда идти, в какой-то экшон вдруг резко превращается, блин. А, не, я только на тент не возьму, наверное. Ну, спасибо хоть за чекпоинт. Зараза. Ну нафига вот эти хрени сделаны, блин. Блин. Да, смотри-ка. Flame catch. Довольно много там плюшек пропустил. Так. Ракеты. Опять 25. Режим Самус. Оп, не говори, да? Нет. Хорошо, не буду. А.
на энергию кончится и все просто. Йоу, кто это, блин, за волейбол такой был? Ладно, я понял. Давай, 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 взрывайся, блин. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Блин. Ах ты зараза. Вот так, значит. Подстава. Хорошо, хоть лучше это сбивает. Давай, давай, давай. Чё ты, блин, зараза, ускорился так резко, блин. Чё там делать? Буду сверху пробежать всё разок. Как так-то, блин? Синяя. Валчик-то просто открывался. Вот это место я не понимаю. Еще без дамага не пройти, что ли, получается? Сныкался, типа спрятался. Самус, мастер of disguise. На полочку положил шарик, это мячик просто лежит. Давай, бери, блин. Что это такое? Space jump accurate, в смысле? Двойной прыжок, типа? Зачем? Ну да, Мидер. А, ну да, да. И вообще пофиг теперь. А все. Пойдем плюшки собирать. Если они там, они есть, конечно, остались. А что, не выйти отсюда? А, зеленые ракеты, да?
Думаю, что слово space на английском очень странно звучит. Это и космос, и пространство, и пробел. Пустота. Отсутствие чего-либо. Так. Прибор с другой стороны открывается. Я не понял. Чтобы я назад вылез, да? Я там ловушек таких не встречалось обычно. Чем столько много жизни самое нужно, если их постоянно нету? Окей, окей. А. Получится. А, зеленая ракета, да-да-да. Мне лучше зеленую ракету дали, чем это. Я без него здесь забрался. Не пойму, как он работает. Я могу несколько раз прыгнуть на то. Здесь в этой части не будет того задротского прыжка, когда который надо бешено бежать, потом резко вниз нажать, становиться и вверх, чтобы она улетела. Так, а что снизу? Это место такое прям знакомое. А я не понял. Надо с той стороны стрельнуть. Он открылся. И закрылся. Да что получается? Ну то не пробраться пока. Пока вот эти хренотени. Я просто не успею добежать. Привет, давно не виделись. Зеленая ракета нужна. Игра прям мне говорит, сейчас я тебе дам зеленую ракету, погоди немножко.
Да, блин. Чё за подстава? И неплохо задний фон, красиво. А тут телепорт. Оу-ё. Интересно, в этом форме я тоже смогу какие-то двойные прыжки делать? Нет. Нет, не хочу. Нет никакого желания бегать сейчас там назад, все искать там, где я не прошел, проходить. В другой раз. Так, вверх. Блин, вот эти глисты прям бесит больше всех. Вон, то есть никак убить они по факту это не способны, как слово, совсем. Ну чё, ну замазан зеленой хренью ты. Как время тянут. Save complete. А-а-а. Что произошло, а? Ой, я не думал, что залезет. А. Зеленый ракет. Я уже даже не знаю, как относиться к этому сканеру. Вроде и удобно. Тоже слышите этот звук? Я таких звуков еще не слышал в этой игре. Блин. Ей. Жизни. Ну и здесь я уже туда точно не пройду. Так. И это я не знаю, что такое. Ладно. Вдруг почему-то эта игра становится атмосферной. Ой, блин, а, ну пойдем сюда сходим. В свою комнату тупиковая. Зеленая ракета, дайте угадать. Здесь будет зеленый ракет. Супер миссайл, зеленая ракета называется. Зеленая ракета мне нравится больше. То все должно быть супер, ультра. Улдер. Экипировать надо. Да. Супер, у меня их 5 штук всего. Зарядите меня. До медоперлок это работает. Надо прыгать в момент, когда он вниз она падает. Крутясь. Да ё, с обоих сторон тут. Ставьте шутку про Double Penetration сами. Так. Жизни нам не нужны.
Да что такое? Там внизу были зеленые ракеты, да? Локации закрыты. Че, вернемся? Понял. Как же я угадал-то, прям зеленый. Постоянно переключать. В общем, нельзя было сделать это переключение-то попроще. Мне в бою они тоже как бы нужны ракеты-то. Так. Да иди ты взад. Кстати, бегаешь, меня сначала так бесили. Но их прибыло тыкался убивать. А пойду-ка я вернусь назад. И убил. О. Зеленые ракеты стали. Здесь мы не можем пройти, потому что, да, мы там расплавимся. Ой, придется лезть обратно, как подумаешь. Стоп. Ну куда эти мне зеленую ракету? Да ёп. Да ничего себе он волс платит. Прошаренный такой чувачок. Бам. Спасибо. Учту. Да блин. Да. Ничего там. В жизни есть так что. Да что ж такое-то, блин? Так, еще разок. А эту хренотень как на сверху нам. Ну-ка, а нет, супер миссайл. Ну и застрял там, да? Thank you.
Так, чё-то я не вкурил, а там был взорвать, что ли, это место? А снизу? Ага, хрен-то вам. Хрен, говорит, вам лысого. Товарищ Уайт. Да. Ритуар. Ну и куда мне идти? Там сверху куча комнат, слева куча комнат. Я думаю, надо слева вернуться. Блин. Вау, вот это взрыв. Все трясется, вокруг взрывы. Ух ты, блин, я аж глаза зарезал. После темных коридоров. Так, метроиды где-то неподалеку. Нужно мне три штуки. Блин, блин. Такой звук, как будто канистра какая-то пустая бьется обо что-то. Так, а как мне туда попасть? Да блин, сдохнет это он. Начинается. Пам-па-пам-па-пам. Их, прыжок веры. Да что вас, черти дрючили? Давай. Давай, выпрыгивай. На них можно хорошо фармить жизни. Давай. Как кот за лазером, давай выпрыгивай. Да хрен с моей жизнью, да хрена. Так. Так. Там будет метроид? Метроид или метроид? Ага, это выход. Окей. Ага, новая форма. Тентакли.
Алиен? Это же Алиен, ребят. Не-не-не, мы так не договаривались. Окей. Да, блин. Йоу. Он мне все хп уже снял. Да иди всеми зелеными блевотой своей. А, супер ракета. А, он в любую сторону. Понятно. Ну вот это уже на босса похоже. Что делает, что делает, что делает. Фигня. Мне нравится. Ага. Понял, понял, принял. И все? А, они рикошетят. Понял. Ладно. Ну хоть какое-то, блин, разнообразие. Давай. Ты тварь. Огнемет мы видели. Странно. Окей. Может по-другому делать, он будет блевать так. Не сбить их, не сбить. Сейчас еще эти прилетят. Ну, это фигня. Все понятно. Дело в том, что уворачиваться от этих атак, по факту стрелять-то некогда в него. Кстати, мы супер миссайлы возьмем. Вот они у меня автоматически переключились. Окей, окей. Блин. Тварюга. Чем дальше, тем проще. Этим вообще можешь не стрелять. Блин, 6 штук всего, я, блин, боюсь спамить, потому что... Блин. Так, а мне у него эту хренотень красная. Нельзя стрелять в этот момент? А. Пофигу. На. Хочу посмотреть на анимацию того, как он будет с ним. Как она его будет бить на контрхите. А, да какого хрена?
Надо уже начинать все скиллы использовать. Блин. Все сожрал. Бежим туда, где их меньше летает, и все. Да. Там вот. Вот. Анимация разная постоянно. Я не знаю, в какой момент он ударит. Реакция тоже так же такой себе. Все, один раз можно было показать заставку. Все, да? Is that the best you can do? Вот это самая нудная атака. Вот чё такое, ну что, атаковать ты его не можешь. Или можешь, но кто не знает как. И чё, какой момент-то бить-то его? А ну нафиг. Геометрия. А ё мама. Не успел. Умри уже. Давай, теперь еще. Да, отражающий. Что там у тебя еще есть? Кастуй все подряд.
Да куда, блин, он стреляет? Ну вот. Успеваю. Да ну жопу, блин. Ну как так? Сам беспонтовый тоже. А зачем мне энергию дают? Может, мне из пулемета здесь стрелять лучше? Отражающийся. Геометрия. Они такое чувство, что одинаково летают каждый раз. Ну, по крайней мере, несколько всего лишь у них есть паттернов. Иди сюда, мой маленький ракообразик. Все, да? Да ладно, блин. Ты же не такой злой, ты же хороший. Оба. Давай. А нет, огнемет. Ну, набор скиллов неприятный, конечно, мне нравится. Да, они прям летят практически одинаково. Я встал просто неровно. Да иди, ну хватит уже. Давай спускайся. Да чтоб тебе. Да близко он действительно тяжело вернулся. Вот фигня. Он даже... Да хватит. Спускайся. Пулемет. Ой, ну может так просто стрелять. А вот сейчас анимация была короткая. Почему-то, блин, как я должен угадать? Все. И я тоже, нет? Я живой. Главное, дали мне эти супер ракет, которых у меня полный бак. Пин-пин-пин. Так, там наверху. Там наверху ракеты. Я не понимаю, зачем. И промазал. 5. Ну и я также мог бы через дверь выйти спокойно. И второго убил случайно.
Аптечка где-то была. Так, меня сейчас так грохнут, если мы будем так играть дальше. Внизу, по-моему, был что-то. Да-да-да, почему бы нет? Жизней. 33 жизни. Жизней. Нехило он так дамаг вливается, но несколько секунд у меня 600 хп снес. Так. Телепорт. Телепорты в отдельных отсеках теперь. Вот, а зеленая ракета. Пяу. Только кнопок свободно осталось. Ай, дэм. Я зря сюда вернулся, да? А, нет, это где он, этот робот бегал? Да? Так ведь? Не понял. А. Это ж место сохранения. Складывай сюда. Пяу. Ага. Подождите, он же ее пробурил, это место. Хотя, ну нет. Что-то я не понимаю этот уровень вообще. Вход-то в ту хрень.
Зеленая ракета. Вот, блин, вот. Включай себе. А, ну да. Бум, бум. Так, мячик прям. А, ну да. Да чтоб вас, сколько вас там? Так, стоит туда заглянуть-то, или ну его нахрен, так мест до хрена, куда сходить можно еще. Наверх сходим. Посмотрим, что там. Там какая-то огненная локация. Так, я не понял. Стоп, 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 подождите. Мне нужно три... ТНК, я одну достал, правильно? Она не отображается. 0 из 3 написано. Допустим, на разных уровнях он никак не реагирует на твои атаки. Окей.
Блин. Проблема. Музыка такая здесь все время. Как будто мы не в огненную пещеру зашли, а в сам ад. Нафига делать здесь три этих дырки-то, блин, ну, блин, одной достаточно. О, зеленая ракета. Куда в наши времена без зеленой ракеты? Можно потише музыку сделать. Control, point safe. А, можно сохраниться? В любом месте? Зеленая ракета. А, все, подобрали. Да, блин. О май гад. Кто уровень этот придумал? А тут, наверное, этот... Метро бы, который будет от меня бегать. Точно. Ладно, прощаю. Главный уровень-то одинаковый, такой же был. Да, в наши времена без зеленых ракет. Ой. Ага. А эти хренотени выпрыгаешь, чтобы фармить на них, если, в случае, если у тебя нет ракет зеленых, да? Все продумали. Вот не Денда-то, а? Продуктов есть какие-то недостатки, но они все хоть продумывают, все тестят. Так. А, мы можем так просто перепрыгнуть, чё мы? И как с ним драться здесь? Вот он, товарищ. Большой будет? Не, фуфельный. Уж извини, после того ты вообще ни о чем. Что я до этого дрался?
Эй, да. Давай, беги сюда. Да. Я могу в любой момент теперь прыгнуть. Да что такое-то? По земле ударю сейчас. Вот какой момент бить? А хер его знает. Как, догадайся сам. Заряд. Эх, неплохо. Да, когда двойной прыжок дали, уже вообще ни о чем. Как-то. Двойной даже. Тройной. Ну-ка, иди сюда. Куда ты побежал-то? А, да, он все сваливает. Три прыжка, здорово. Три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да я весь день так могу бы. Называется Space Jump. От пространства просто отталкиваемся. Чем эта игра похожа на Dark Souls? Ну, хоть, блин, это не зарастает. Да ты поиграй сам, посмотришь. Музыка такая зачетная, да? Давай я фармить буду на вас. Читерская, ну нифига. За мной какой-то бур гонялся, а ты говоришь читерская. Я от него бегал. Так, я подожди, а куда я? Я вообще туда? О, а тут я вроде не был. Да ну нафиг, ракеты тут. А у меня их ноль, кстати, чему-то. Из них не дропаются они нифига. Бам. Нет. Бил. Да иди ты, блин, тайм лазерня. Ну, подтормаживать начинает.
Я не попадаю в эту позу, ну, совсем. Печку замазываю. Ты печку строишь-то? А где давай под мой стрим? Хочешь услышать что-то интересное? Так. Блин, провтыкал. Для чего вот эти дыры нужны? Ты там в деревню, что ли, уехал жить? На этот, как он называется? На просторы деревенские. Выйдешь с утра, коровку подоешь, молочка выпьешь свежего парного, да? Лошадку запряжешь. И пахать на поле. Так, куда он убежал от меня? Ребятки, вы мне ракет бы дали бы. Печку истопишь, навел. Баньку. Черком. Как можно печку тушатать? Что-то я стоял у деда, сколько нам не топили ни хрена, не просто. И все. А там одно время что-то то ли газ не было, не помню, что оно. Бабка там пекла в ней. Мне, конечно, температуру тяжело держать, но... Там к печке инструкции производитель прилагалось, да? Хренась, он крут. Да, блин. Не хватало только сдохнуть еще. Я что-то не подумал, что это волна будет. Гарантия там на печку. Коробка сохранилась, можно по гарантии вернуть там. Нормально. Умри уже, сколько можно-то, блин. Нудный такой, блин. Я не хочу с тобой связываться. Вот. О, ну все, хана должна быть ему. Такое бы не переживают. Есть. Под зеленых ракет дали. Того два. Мои уши от этой музыки просто я завял тут. Мы сейчас делаем по-другому. Делаем вот так, бам, и нафиг вас всех. А, не можете меня бить, да, когда вот это? Правда, энергию жрет. Так. Что у нас тут осталось? Тут, по идее, все пройдено. Вот это, я не помню, что там было. Там, по-моему, это фиолетовые поеботы нужно, чтобы пройти. Там та же нужна. Здесь в центре. Параша. Так, а куда-то нам податься? Сюда, что ли?
Телепорта есть поблизости? Мне ж прям синеньких этих убивать так стыдно, они самые одни из первых врагов. Они мне сделать ничего не могут. Да ну вас нафиг, там все равно жизни вот сейчас будут. А чё, представь, Лаверн, мы так жили бы, печку бы топили. Приходишь в ДНС, там печки стоят, можно выбрать там печку какую-нибудь там. В мебельном магазине там печки продавались бы. Да блин. Они тебя привозят там. Старую забирают. Новую монтируют. Смотришь там, сколько она жрет там этого. Дров там. Прикинь, у тебя печка была бы Samsung там какая-нибудь. Блять. И штукатурки надпись Samsung, представляешь? Apple бы печки выпускал бы. Печка с Wi-Fi там все. Bethesda на печку бы выпустила Skyrim бы. Телепорт. Давайте займем телепорт. Да, в этой же локации остается. Ближе, а то не до них. Так. Прям в двух шагах. А, можно так делать. Приходишь так к другу, а у него печка с откусанным яблоком стоит. Ты весь такой обзавидовался. Так, а почему я это место не прошел? Тут никаких закрытых врат не было. Запечатанных прям. Так, стоп. По-моему, здесь надо вот так сделать. Или меня убили потом, может туда надо попасть. Ее надо выдвинуть на какой-то хрен. Чего-то я не понимаю. Пойти. С той стороны мы там были ведь. А ты, Лазурный, смотрел Kill-a-Kill аниме? На этом Твиче вышла игра, должна выйти скоро. Там демку под можно поиграть. О, блядь. Вот зараза.
пидорыба. Да иди ты нафиг. Все вставил уже все. Не. Ой, как вы достали эти улитки? Давайте сделаем врага улитку, чтобы он везде ползал, соплями все замазывал. А, да. Вот что изменилось до сих пор. У меня есть зеленая ракета теперь. Я даже могу отсюда пройти, мне даже возвращаться не надо. Там. Ага. Да что тебе? Чё глазастая хрень, а? Эх, сколько сразу ракет дали зеленых. А, еще одного метроида сейчас найдем. Это обратный выход. Чё там интересно будет? Глист? Большой. Ага, все. Дверь разблокировали. Да ну вас нафиг, они меня бесят. Почему-то я вдруг себя чувствую, что я попал в какой-то гребаный Марио. Эй. В воде-то не надо драться. Are you fucking kidding me? Самый первый? Че, серьезно? Чем? Не можешь у него не стрелять просто? Он сам умрет. Ну и че, кто-то полетел. Да. Вообще промазал. В смысле, чё слушать? Ой, он меня ударил, прикинь, он плохо хп-то сносит. 90 штук. Блин, ребят. Да ты и начнешь себе там. Это не начнешь никакие серии там. На серию. 16-битная серия будет. Лазерно у нас три. Это какой Mario World? Что-то я не помню там. Он разве на SNES был? А. На NES, по-моему, это хрень. Третья часть вот Марио. Алло, слушаю. Да, Самус Аран, доставка. Метроидов ДНК. Куда нам его доставить?
Так я не понял, куда казались-то. А, сам. За углом, правда? Так. Надо аккуратненько пролезть. Потом пол крошится. Миссайл танка Кьюрит. О, как стало. 132. Закрыли дверь мне. Зачем? Если выход прям на сверху. Так. Окей. Кругами тут бегать заставляют. Не-не-не-не-не-не. Не успел. А, другой. Я думал, успею пробежать, пока он наползет. Бам. Сохранится, что ли? Так. Ой-ой-ой-ой-ой, неприятно это было. Я вам побал по барабану. Как отсюда выбраться-то? Так, походу не туда зашел, да? Он был туда наверх. Он что, издевается, что ли? Как мне то вниз-то пойти? Так что ли? Бам. О! Неплохо. Копыт столько не хватало. Ну давай. Аж меня с жизнью становит. Даже все восстановит, не только жизнь.
Правильно пошел. Что-то на тебе не провалится, хотя. Интересно, интересно. Че тогда, куда мне идти? Да. Япон искать. Вот этот. Может это и есть, нет? Значит, на телепорт садимся срочно и... Ёпта. Проходим те места, где не проходили. То есть, а глиномес. Ладно, ребят, спасибо за просмотр, что были со мной. С руки в гуф. Я все равно сворачиваюсь. Давай заделывай как следует. Как его называют? Печку. Чтобы не дуло из нее, когда будет зима. Всем спасибо. Вечером, наверное, продолжим. Пока.